Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Меня зовут Маргарита, и сегодня поговорим о школе навыков в Улюбартове. Школа является частной и находится недалеко от Люблина. Что предоставляет школа? Это лагеря, участие в многочисленных культурных мероприятиях, традиционные школьные праздники, школьные поездки, приятная атмосфера, а также психологическая и физическая безопасность студентов. В школе имеются мастерские, столовая, спортзал, общежитие, IT-лаборатория, конференц-зал и классы. Студенты получают практические навыки в таких направлениях, как ручная обработка, механическая обработка и ремонт автомобилей. Обучаясь в школе, студенты получают всесторонние знания по эксплуатации и ремонту современных автомобилей. Требования к зачислению иностранцев – это заявление в школу, ксерокопия паспорта, свидетельство о рождении, аттестат об окончании школы, медицинская справка, заявление о приеме в общежитие, две фотографии. Также приветствуются базовые знания польского языка. Подать заявку можно по двум направлениям – автослесарь и повар. Если вас интересовала данная тема, обращайтесь по указанному номеру телефона. Друзья, просим обратить ваше внимание, что наша компания занимается подбором учебных заведений по всему миру. На этом у меня все. До новых встреч!